Главную тему сегодняшнего дня – празднование Дня Учителя – я продолжу с Нурбеком Кунгожиным, учителем математики Республиканской физико-математической школы города Алматы, известной РФМШ. Здравствуйте, Нурбек Манбетович. Мы очень рады вас видеть в нашей студии. Я хотела бы сказать о вас, нашим зрителям, что сижу я здесь с уникальным человеком. Вы сами выпускник РФМШ, там преподаете уже 7 лет, и вы уже много лет работаете членом жюри различных математических олимпиад. И один пункт в вашей биографии составляет даже для вас гордость. Вы были членом жюри или наблюдателем, да? Наблюдателем. На математической олимпиаде в Японии. Расскажите, пожалуйста, сразу вот прям об этом подробнее. Добрый день. Спасибо за поздравление. Ну, в первую очередь, да, я сам выпускник РФМШ. Сейчас там работаю тренером по олимпиадной подготовке для учеников. В этом году Международная математическая олимпиада проходила в Японии, в городе Чиба. Я в составе команды поехал на эту олимпиаду в качестве наблюдателя. Угу. Причиной поездки, ну, основной причиной поездки стало то, что два моих ученика участвовали на этой олимпиаде. Это Юркевич Мирон и Байшуак Раимбек. А сама команда Казахстана состоит всего из 6 учеников. Двое из них это были наши ученики. И основная причина поездки, да, это их участие. Да, но это, наверное, не причина, скорее заслуга ваша, да, то, что ваши ученики поехали на олимпиаду такого уровня. Вы когда закончили университет, вы с удовольствием пошли работать или у вас были какие-то планы другие? Вас приглашали, может быть, работать в какие-то? Вы же математик, могли бы зарабатывать большие деньги. В 16-м я устроился, но в 19-м был принят закон о статусе педагога. Он, скажем так, в какой-то степени повлиял на то, чтобы я продолжал работать, да, в этой сфере. Ну, с момента принятия закона зарплаты учителей, соответственно, увеличились в два раза. Да. Учителей не привлекают там на какие-то внеурочные работы и так далее. И сам статус педагога, он намного вырос. Быть учителем стало снова какой-то престижным, да. Да. Когда ученик хорош, вас хвалят, когда он что-то сделал не то, говорят, куда смотрит школа. Да, такое есть. Я думаю, что воспитание и образование, они очень сильно тесно связаны. Без помощи родителей учителя от них не справятся никак. То есть то же самое касается поведения ученика, отношения его к занятиям. То есть если в сутках 24 часа, то с учителями они проводят это около там, 8 уроков в день максимум. Да. Остальное время они с родителями. Я думаю, что если будет, скажем, командная работа учитель плюс родитель, то можно получить хорошего выпускника школы. Прекрасное подрастающее поколение. А каким вы видите развитие казахстанского национального просвещения? Я сам из села. Восточно-Казахстанская область, село Акала. Вот. Как раз-таки в этой школе мне привили любовь к математике. У меня был учитель Сану Лашкайдуловна, очень хороший, замечательный учитель. Поздравляем и передаем ей привет тоже. Она дала мне именно базу математики. И, скажем так, учитель повлиял на то, чтобы я поступил именно в Республиканскую физико-математическую школу. Я бы сказал, что в РФМШ мне тоже повезло. Там был очень сильный учитель, Сауле Сыздыковна. У нее я отучился до 11 класса, дали очень хорошую базу. Я думаю, что если заниматься просто оснащением школы, сельской школы любой, если ее оснащение идет, там, интерактивные доски, там, какие-то компьютерные классы и так далее, это не решает проблему. Почему? Потому что самая большая проблема – это кадровые проблемы, именно если взять. Почему? Потому что я считаю, что к любой школе престиж задает именно учитель. Будь если там самая простая школа там не оснащена, но в этой школе соберутся самые сильные педагоги, думаю, именно эта школа будет одна из самых сильных. Я, например, сам, когда занимал места на олимпиадах, не особо радовался, так как радовался за своих учеников. Это, думаю, очень... Я гордился на самом деле. И
потому что это миссия, это дело вашей жизни, и это стоит многого, да, даже больше, чем зарплата и деньги, да, просто когда ты их получаешь, когда твой ученик выигрывает и превосходит тебя. Это, наверное, одна из причин, по которой стоит идти, да, в школу, воспитать человека. Да, ты открываешь дорогу человеку с помощью того, что ты был его учителем. Спасибо большое. Спасибо. Я вас еще раз поздравляю с праздником. Спасибо. С праздником. Желаю вам много сил, ответственных учеников, радости в их глазах. Пусть их глаза горят. Спасибо. Ну и, в общем, нашей стране талантливой молодежи больше. Спасибо. Спасибо. С праздником. Благодарю.